Всем привет! Вы на канале Никарч Лайф, и сегодня я расскажу вам, как приготовить вот такие чудесные вкусняшки-покрызушки для собак. Я буду использовать индюшиные желудки, можно также взять куриные, а также индюшиные сердечки, тоже можете взять куриные, по желанию. Желудки я нарезаю на небольшие слайсы, чтобы собака могла прожевать, но при этом не сразу проглотить. То есть такой кусочек для чихуашки. Тут уже смотрите по своей собаке. Делайте кусочки поменьше, если собачка у вас прям маленькая, или покрупнее, если собачка большая. Если у вас прям крупный пес, то можете просто делить желудок на две части и уже так сушить. Кусочки старайтесь делать максимально одинакового размера, потому что при сушке может произойти такое, что маленький кусочек сгорит, а большой будет сырой внутри. Далее нарезаем индюшиные сердечки. Они очень интересной формы, то есть я делаю вот такие вот продольные разрезы, и получаются колечки, которые очень легко сушатся и очень удобно умещаются собаке в пасти. Опять же, если у вас маленькая собака, берите куриные сердечки, если большая, то индюшины делите на две части. Далее берем противень и кладем на него либо фольгу, либо бумагу для выпечки. Духовку разогреваем примерно до 180 градусов, можно чуть повыше. Вкусняшки сушим от 1,5 до 4 часов, тут все зависит от размера ваших кусочков, а также от количества. Спустя примерно 2 часа вот такие вкусняшки мы имеем. То есть, как можно услышать, это не сухарь сухарем, но при этом не мягкая вкусняшка, это что-то среднее, то есть собака не сразу проглотит, а будет это жевать. Ну и наша любимая часть под названием дегустация. Ну, вот такое видео у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось и это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока!